Сегодняшний наш завтрак будет состоять из батончика. Батончик вот такой вот фирмы. Это у нас производство Казахстан. Молочный шоколад с карамелью. Все, что не пахнет совком, все нормальное. А это не пахнет совком, это даже не российский шоколад. Казахи знают толк в этом деле. Молочный шоколад вкусный, сладкий, прямо тает во рту. Под кофе без сахара, самое то для Жора Джоровича, им можно наесться. И здесь у нас 100 граммов продукта, 470 килокалорий. То есть 470 это получается 235 килокалорий в одном батончике. Плюс кофе без сахара это где-то в районе 5 килокалорий на 240 миллилитров. Вот и получаем 240 килокалорий полноценный завтрак. Всем, кому понравилось это видео, кто вспомнил детство, когда мы ели эти батончики, у нас было счастье. Поэтому всем пока. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал. До следующих встреч.